Более чем на 8 миллиардов увеличилась казна городского округа Самара. В основном это средства, поступившие из вышестоящих бюджетов, а также собственные налоговые и неналоговые доходы. Среди главных статей расходов, куда будут направлены эти деньги, переселение граждан из аварийного жилья и покупка квартир для детей-сирот. Это даст возможность до конца 2022 года реализовать право на качественное жилье и завершить вот переселение тех, кто стояли в очереди до 2017 года, заявлены были. На заседании Думы обсудили и перераспределение средств бюджета. Так, в этом году направят на другие цели почти 2 миллиарда рублей. В основном это ремонт и строительство образовательных учреждений, в том числе и дошкольных, содержание автомобильных дорог, подготовка к отопительному сезону. Доходная и расходная часть сегодня превысила 42 миллиарда рублей. И наши мечты, так сказать, чтобы мы завершили, так сказать, бюджет за 50 миллиардов. А что это значит? Это значит и новые места в детских садах, это и благоустроенные территории, это и комфортность передвижения в общественном транспорте, все, что связано с жизнью нашего любимого города. Кроме того, на заседании прошло награждение самарцев. Депутаты вручили почетные знаки Думы городского округа за самоотверженность. Их вручают горожанам, которые проявили высокую сознательность, мужество и отвагу. За 8 лет этого знака удостоились 20 человек. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.